Мы уже не один раз говорили вам про то, что в качестве необычной рекламы, которая приковывает человеческое внимание к любому объекту, можно использовать именно макеты различных животных. А в последнее время особенно популярным для этой цели стал макет, внимание, коровы, выполненный в натуральную величину. Встретить макет коровы можно повсюду, около магазина, в парке, в аэропорту и даже просто на улицах. Они вызывают восторг детей, интерес туристов и местных жителей. Возле них постоянно толпятся люди, на их фоне охотно фотографируются. Такая необычная и в то же время простая акция вызвала положительные отклики со стороны как горожан, так и проезжающих. Но не только в имиджевых и рекламных целях можно размещать пластиковые фигуры животных в натуральную величину. Такие муляжи стали активно использовать для оригинального украшения ландшафтов. Если это сад или парковая территория, то на первый взгляд может показаться, что там находится самая настоящая корова, которая пасется, гуляет или даже лежит на травке. Все зависит от фантазии мастеров, которые сделали макет, и от места, куда вы его разместили. Такими макетами украшают даже прилегающие территории производственных предприятий. Так почему же корова самая популярная рекламная фигура? Давайте разбираться вместе. Когда мы создавали объемную рекламную фигуру животного, стал вопрос, какое животное использовать в качестве прототипа. Итак, почему это именно корова? Во-первых, фигура в натуральную величину имеет очень большой размер, а самое главное – большую рекламную плоскость, на которой можно размещать абсолютно любую информацию. А самое интересное, что именно рекламная фигура коровы изо дня в день пользуется все большей популярностью и большим спросом. И мы до сих пор не можем дать ответ, почему именно корова. Мне подсказывают со стороны, потому что это доброе, милое и красивое животное. Возможно, это именно так. И вы уже можете влиться в ряды тех, кто уже использует объемную фигуру коровы в рекламных целях. Стоит сделать заказ на нашем сайте студии Реклам.ру. Вопрос, почему рекламная фигура коровы самая популярная, остается открытым. Поэтому мы принимаем ваши ответы и ваши комментарии под этим видео. И не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. Поразмышляем еще над чем-нибудь.